Я просто уверен, что мама была бы очень довольна. Ну что, мои дорогие друзья, здравствуйте! Вот теперь уже точно вас всех поздравляю с Новым годом, потому что, скорее всего, это видео будет первое в этом году, уже в 2022 году. Я так, в принципе, и планировал записать это видео и продолжить историю своих родителей, то, что мне досталось от родителей, от мамы, от папы. Это история про их, я считаю, что бесценную. Даже не по финансам, сколько это стоит, а потому что это семейная, так сказать, уже реликвия, которую я сохраню 100% и, может быть, даже продолжу собирать, если получится. Потому что родители собирали ее в Европе на блошиных рынках. Это коллекция, если кто еще не видел начало этой истории, я прикреплю в закрепленных комментариях ссылку на то видео, где я показывал, рассказывал чуть-чуть. Но сейчас я буду расставлять и показывать вам каждую, потому что их очень много. Вот на заднем фоне вы даже видите, я их всех помыл, разложил на полотенце, они у меня уже высохли. Вот с этой стороны уже две полочки специальные, приспособленные для этих штучек, потому что здесь помимо этих точилок, я сказал шкатулки, точилки, или мне уже показалось, но помимо точилок есть небольшое количество разных каких-то вот штучек. Ну вот, допустим, вот такие вот часы. Потому что вот та подставка, она прям именно под маленький-маленький. А все эти точилки на самом деле не очень-то маленькие. Вот какая-то такая уточка. Честно, я думаю, что мне будет очень сложно сейчас это все расставить по своим местам. Потому что они все разного размера. Ячейки тоже разного размера. И, конечно, способность моей мамы запихнуть незапихуемое, или как это говорится, расставить нерасставляемое и разложить все, только она так могла. Но я буду стараться, честно. Честно говоря, мама действительно такой был талант, потому что он, конечно, это хороший такой, ну, талант, и все разложить по полкам, и засунуть, и расставить. Но я никогда не забуду, когда они переезжали вот в эту квартиру, когда это 2012 год, мы с папой, конечно, когда перевозили все эти вещи, я помню, мама все это завязывала, все это были сумки неподъемные, и книжки она их заматывала, и руки у нас резались, ну, в общем, вспоминали мы маму. Вот. Вот видите, я даже здесь уже пытаюсь подобрать. Вот такие вот какие-то статуэточки. Кстати, это писающий мальчик, если кто не понял. Вот. Это вот здесь будет. И вторая вот здесь. Вот здесь я хочу, конечно, подобрать самые такие вот прямо, знаете, эксклюзивные, красивые. Ну вот, допустим, глобус вот такой. Если кто не видел видео прошлое, это все точилки, настоящие точилки, где можно засунуть карандаш. Реально засунуть и поточить. Это вообще карандаш? Подождите. Вот. Вот она даже сыпется. Вот она. Видите? Они реально все рабочие. Вот. Можно поточить. Но, конечно же, это не для этого предназначено. Это как... Ну вот понимаете, вот как ее поставить, я не знаю, как мама ставила. Потому что она прямо вот впритык и вот так вот должна стоять. Чуть тронешь, заденет. Вот собирали они уже, еще раз повторюсь, в Европе. Цены были разные, они где-то оптом брали, на рынках, где-то в магазинах, на развалах. В общем, искали несколько лет, живя в Женеве. Ну, собирали не только в Женеве, и в Австрии, и во Франции, и, в общем, во всех местах. Давайте я вам сейчас еще их покажу вот так. Вот они все. Очень много, очень разные, абсолютно разные. Ну, вот что, допустим. Еще будем сейчас с вами разбирать, что это такое.
Это, я так понимаю, это плита, что ли? Вот посмотрите, комфорки там. Наверное, плита. Ну вот сразу она должна, наверное, вот типа вот в таком месте так стоять. Вот видите, а эту сразу она очень стоит странно. Ну вот прям аккуратно и какую-то соседнюю рядом. Так, это, слава богу, влезло. Вот так поставлю камеру и буду вам показывать каждую и ставить на свое место. Вы мне тоже подсказывайте, потому что я, честно говоря, не всегда понимаю, что это такое. Вот это, мне кажется, воду как вот перевозить, качать, наверное, бочка какая-то. Ну вот куда она у нас пойдет? Нет, сюда не влазит. Вот, вот, пожалуйста, ее место. Часы. Часы. Тоже все точилочка. Ну, это вообще... А, нет, пожалуйста, здесь. Вот здесь ей место. Вот. Ну, теперь главное набраться терпения. Буду приносить сюда по несколько штук, показывать перед тем, как вешать. И главное набраться терпения, потому что их реально много, но вы просили показать каждую, ребят. Я буду показывать каждую, поэтому, если интересно, смотрите, комментируйте. Колокольчик. Просто колокольчик. Так. Ну вот, пожалуйста, вот, понимаете? Там падает она и все. Этот глобус, а мне хочется, чтобы он здесь был, именно здесь. Вот так пусть стоит. Ну, это понятно, это печатная машинка. Печатная машинка. Это вот, видимо, такое вот у меня напыление уже от старости, не знаю. Печатная машинка. Давайте я ее последнюю поставлю, потому что любое касание, она у меня чуть-чуть падает. Ее, чтобы было видно, поэтому вот так. Ну, собственно, швейная машинка ручная, скажем так. Вот, вот здесь пусть стоит. На минуточку, мотоцикл, представляете, мотоцикл. Мотоцикл у нас пойдет вот сюда, вот. Наверх надо ставить те вещи, которые не нужно заглядывать сверху. Вот как, допустим, вот на эту. Она должна снизу стоять. Мам, я все правильно делаю? Так, не пойму, свет, наверное, вот лучше и не надо, наверное, больше. Так, ну сейф. Вот в прошлый раз я показывал сейф. Там многие спрашивали показать, открывается он или не открывается. Открывается. Открывается сейф и реально прокручиваешь и закрывается, представляете? Вот, а я и не знал. Сейф пойдет вот сюда. Машинка. Машинка, просто колесики крутятся и... Не просто колесики крутятся и вертятся, а еще и открывается вверх. Вот это да, вот это я понимаю. Вот, по-моему, здесь ей самое место. Я здесь постараюсь в одном стиле все прям подобрать. Так, ну утюг. Утюг такой старинный. Просто открывается и все. Нет, я, наверное, так рядышком поставлю. Нет, подождите, утюг должен отдельно стоять. Вот пусть он отдельно здесь и стоит. Машинка. Так, что у нее открывается, не открывается? Ничего. Вот это ничего, просто машинка. Вот рядом с машинкой и поставим. Или не рядом. Вот здесь поставлю. Эту девушку я уже показывал в первое видео. Здесь это просто девушка заскучала, сидит, устала. На комод присела с закрывающимся ящичком. И не выпадающим, кстати, что немаловажно. Так.
это у нас камин. Камин явно охотника, потому что сверху оружие. И какие-то еще причиндалы. Веничек вот здесь вот. Думал, не точилка. Нет, точилка. А вот здесь вот пусть и стоит. Ну, я не знаю, что это. Давайте смотреть. А это похоже вот как вот на это, только это не это. Это печь, видимо, с духовками внутри вот здесь. Так, может быть, раз... Прям обожаю, когда мне во время разговора с вами кто-нибудь позвонит. Я хотел сказать, что раз уже здесь одна печь, духовка есть, то, наверное, я ее не буду здесь ставить, а поставлю туда. А сюда мы поставим, допустим, кассовый аппарат. А кассовый аппарат у нас... может стоять вот здесь. Так, подождите, а что у нас кассовый аппарат? Нет, он просто крутится, вот эта штучка, и больше ничего. А здесь, собственно, ничего и не надо. Контакто. Жалко, что на них не написано, какой год там или что-то еще. Так, что это такое, ребят? Я не знаю. Понятно, что по каждому сложно будет написать, но вот два кольца из крышечки открывающиеся, пишите, что это такое. Я не знаю. Не знаю. И вот здесь вот ей место. Так, ну, конечно же, пианино. На минуточку открывающееся. Я бы его, кстати, открытым и оставил бы. Так невзначай, знаете, как будто кто-то вышел. Очень похожее вот с мадам, которая как уставшая присела на комод. Здесь такой же бык. Не будем его здесь ставить, а будем в другое место. Так, но я все-таки постараюсь ее поставить здесь. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Теперь нам нужно что-то вот рядом с часами. Это значит узкое и длинное, высокое. Нет, вот такую хочу. Так, ну вот что это, ребят? Не знаю. И тоже точилка. Без понятия. Опачки, она сюда мне не залазит. Значит, пойдет в другое место. А сюда мы... Это, наверное, что-то типа телефона, да? Патефон, телефон. Алло? Это телевидение? Ко мне залетело очаровательное привидение. Вот, вот так и поставим. Продолжается музыкальная коллекция. Я так понимаю, это типа радио, что-то такое. А вот здесь вот она пусть и стоит. Конечно же, кофемолка. Конечно же, она должна была быть. И, конечно же, выдвигающаяся штучка. Жить, кофе молоть. Здесь она прекрасна. Как вырисовывается картинка сразу. Боже ты мой, красота какая. Так. Не знаю, ребят. Ой, не знаю. Какой-то самогонный аппарат, что ли. Вот. Вот ее место. А это все отваливается. Да что ж такое-то, а? Ну, вот, понимаете, миллиметр не хватает. И она постоянно падает. Ну, ребят, извините, конечно, но унитаз должен быть на видном месте. По фэн-шую закрытый, но здесь открывается. Водичку поменял, все как положено. Нет, надо перевернуть. Паровоз, паровоз. Куда у нас пойдет паровоз? Так. Ну вот, наверное, пока вниз. У паровоза, кстати, открывается сзади это. Ну вот пока так пусть будет. Тоже не знаю, что это. Что-то какое-то типа бетономешалка или что это такое, я не знаю. Ой, нет.
хотел. Вот сюда, значит, вот сюда. Агрегат высокий, длинный. Красота. Так, ну еще один мотоцикл, наверное, пойдет туда все-таки. А здесь можно и танк поставить. Тоже точилочка. Танк. Куда же у нас влезет танк? Нет, не влезет. Вот так влез танк. Это у нас типа самовара, что ли, да? Типа самовара пойдет вот. А вот рядом с этой пусть стоит. Во! Красота! Вентилятор, пожалуйста. Еще и крутится, представляете? Даже не знаю, на каком моменте меня прервали. Опять позвонили. Так, ну что? Остается прям какие-то маленькие, ты не знаешь, что сюда. Ну, колокольчик, наверное, засунуть. Теперь уже, знаете, надо выбирать, что залезет. Хоть и колокольчик у нас уже здесь был, но ничего страшного. Так, это у нас музыкальная тоже какая-то штучка. Тут она и крутишь, должна типа играть. Ну да, да, наверное, да. Нет. Вот сюда, по соседству. С мадмуазель. По соседству с мадмуазель. Это у нас. Ну, поняли, как он называется. Морская тематика. Которой здесь нету места. И светильничек хотел здесь поставить. И тоже нету места. Не влазит. Все, будем подбирать сейчас самые маленькие. Нашел телефонный аппарат. Вот здесь немножечко сломана одна штучка. Ну ничего, поставить можно. Гениально. Патефон. С крутящейся штучкой. И он у нас прекрасно ходит, наверное, вот сюда. Вот. Нашел несколько подходящих по размеру. Часы кукушка. Уходит вот сюда. Очень прям сюда не влезли. Маленький сундучок. Уходит вот сюда. Маленький кувшинчик. Уходит вот сюда. А вот это вот... Нет. А, это фотоаппарат. Нет. Нет, нет, нет. Пойдемте дальше искать, подождите. Пушка. Меняем ее с танком. Танк пойдет сюда. Не пойдет сюда. А можно вот так вот, наискосок. Во! Я понял ход мысли мамы, как она расставляла. Потому что сложно действительно подобрать. Поэтому она дополняла эти все коллекции какими-то, ну, я показывал, такими штучками маленькими. Это не точилки, но надо же как-то их заставить. Поэтому оно подходит сюда. Пожалуйста, раз. Кувшинчик. Нет. Тоже кувшинчик. Все, что ли? Ребят, показываю. Ну, вот такая вот красота. Как она все сразу смотрится. Блин. Просто вообще гениально, ребят. Смотрите. Поближе вам. Все, чтобы вы потом не говорили. Медленно показываю. Боже ты мой. Прям чувствуете, история какая. Очень все круто. Прям
мне очень нравится. И вот так она издалека смотрится. Ой, спасибо, мама, папа. Так, друзья, переходим сюда. Я думаю, что здесь это будет сейчас делать сложнее. Потому что вот здесь вообще все маленькие. Вот здесь еще остались большие по высоте. Поэтому сразу давайте ставить максимально... А, я же вам не показал, но это в прошлый раз показывал. Это печка. Печка уходит сюда по размеру. Вот как мне поставить вот это счетная машинка, я не знаю, она выпирает. Может быть, мне ее... Ну, вот это вообще, ну, вот некрасиво так будет выпирать. Вот, я ее вот так на попа поставил, так сказать. Сюда же уходит наш бык, который на комоде. Так, ну вот здесь пусть стоит. Вот здесь. Это мы так и не поняли, что это такое. И оно еле влазит вот сюда. Вот. Отлично. Фотоаппарат. Старинный фотоаппарат. Вот пока пусть здесь будет. Мотоцикл. Мотоцикл у нас пойдет, наверное, вот здесь. Подождите, а вот в такую узкую? Нет, не залезет. Так, что-то похожее мы уже где-то видели. О, место нашлось. Это какой-то электрический стул, что ли, я не пойму. Нет, это станок, что-то изготавливает. Явно сюда так заходит, типа дерево. Поэтому оно у нас уходит. Нет, нет. А вот так пусть будет внизу. Пушка. Пушечка у нас уходит, она узкая. Ой, шикарно, шикарно встала. Еще одна пушка, но уже другая, похожая. Давайте мы ее подальше, раз она у нас уже была. Значит, подальше от этой. Вообще, конечно, я смотрю, как мама любила пушки. Так. Ну, куда мы тебя? Нет, здесь уже пушка есть. Давай вот сюда. Немножко она такая без одного колеса. А это что, у меня не влезло туда? Была же уже. Это можно вот так и в ряд несколько поставить. Светильничек. Они вот здесь шикарно будут смотреться. И третье что-нибудь. Все так, машинка, во-первых. Машинка пойдет вот сюда. Нет, не пойдет она вот сюда. Да. Вот здесь пусть стоит. Так. Сундук. Открывающийся. Пойдет у нас, чтобы он сюда влез. Отлично. Сундучок. Это, конечно же, комфорка. И у меня ощущение, где-то я видел, что сверху должно что-то ставиться. Но это не факт. О. Так, очередная машинка, но заметить не повторяющаяся.
машинке, конечно, плохо держится. Чуть-чуть под наклоном, как будто бы. Ну ничего. Опять же пушка. А вот ее я точно не поставлю. Боже ты мой, как же она будет выпирать-то? Блин. Во! Вот так вот, гениально. Паровозик. Паровозик пойдет вот сюда. Пистолетик. Тоже точилочка. Он даже это почти стреляет. А вот пистолетик можно вот в самую маленькую. Что-то мне подсказывает, что у меня не влезет все. Это, ну как это, пульверизатор, ну поняли, распылитель такой. Так, это у нас, ну печка какая-то, наверное. Хм, печка, а никуда она не, а вот, вот, гениально просто. Вертолет. Вертолетик у нас пойдет. А вот сюда и пойдет. Взвесьте мне, пожалуйста, 100 грамм чего-нибудь вкусненького. С тарелочкой самое интересное. Так. Это не точилка. Но это телефон. Чтобы вот так вот здесь поставить. Тоже не точилка, а просто такая вот штучка. Швейная эта машинка. Так, а как же все это разместить, ребята мои хорошие? Это кассовый аппарат, прям такой старый-старый. Давайте. О, внизу еле влез. Саксофон. Ну, для него есть явно место. Узкие, высокие. Часы уже похожие были, но не такие. Тоже пойдут вот сюда. Я уж честно, вы не устали еще, ребят? Это лампа. Я уже устал. Ой, вот здесь прямо, как будто здесь и была. Так, это у нас тазик. Ну, вот он вот так вот. Ладно, с тазиком пока повременим. Во. Я, вы знаете, я вот помню, что у мамы они некоторые стояли бочком. Так, наискосок. Ну а как, выбора нет тут. Давайте маленькие вот здесь заполним. Часики. Раз. Кувшинчик. Два. Ну эти мелкие, ну вообще нечем. Пап, это вообще не могу понять, что это. Типа собор какой-то, церковь. Не знаю. Ну, вот сюда оно и пойдет. А, нет, там можно что-то повыше поставить. Вот так вот. Мельница. Вот прям самые маленькие. Вот тут им и место. Реально не знаю, что это такое. Но поставить надо. С
представляете? Ну, не лезет никак. Что делать-то, а? Окей, кувшин. Кувшин влез. Ведерко, наверное. Ой, посмотрите, какие часы необычные. Надо часы куда-то вставить. Вот так вот. Нет, сюда поближе лучше. Так, это у нас казиношный игровой аппарат. Трынь. Прикиньте, они там крутятся. Необычно. Ну как же так? Так, ну все, ребят, надо набраться сил и все-таки доделать это видео. Утюг. Утюжочек. Пойдет у нас вот сюда. Так, ну это да, вот два человечка. Такую карету они куда-то тащат. Ну все, я в ступоре, ребят. Потому что... Ой, посмотрите, какая мелочь. Гири, а там что-то вот лежит, ну, на весах. А с этой стороны гири. Так, вот они. Вот прям для них, но для малипусик есть такие маленькие штучки. Вот они прям. Вот они здесь у меня и должны стоять. Еще одна кофемолка. И тоже вот сюда. Боже, как же это мама все собирала, да. Так. Ну, раз у меня здесь кувшинная история, вот здесь пусть еще один кувшинчик стоит. Вообще, чтобы вы понимали, кувшинов у меня много. Опа. Друг против друга вот так вот. Пусть стоят, любуются. Еще вот какой-то есть большой. Но я реально не понимаю, ребят. Нет. Нет машины. Ах, тяжело. Тяжело. Тоже весы. Ну, допустим, такая бабочка. Она может у нас встать вот здесь. Это тоже маленький какой-то кувшинчик. Я не знаю, что это такое. Тоже рядышком пусть стоит. И еще один кувшинчик. Не знаю, что это. Но место для него, для мелочи, у меня есть часики. По-моему, такие где-то уже были. Вот есть несколько больших штук. Самолет. Вот этот вот станок. Я просто не понимаю, куда его засунуть, честно. Весы большие. Зато есть какой башмачок, посмотрите. Так. А вот здесь внизу нормально. Еще одна маленькая-маленькая кофемолочка. Вот сюда, пожалуй. Маленький петушочек. Уточка. Мама, кстати, очень любила уточек. У нее
Дома там много стоит. Фарфоровых разных. Лошадка. Какой-то вазон. Не знаю, куда поставить вазон, но здесь пусть стоит. Ведерко. А ведерко пусть вот здесь стоит. Ну, такую мелочь. Ой, маленький какой утюжочек. И маленькая кружечка. Можно две рядышком поставить. Замечательно. Слушай, а можно я ведерко вот сюда поставить? Во! Ведерко поставил на комфорку. Ну, вообще гениально. Так, еще маленький светильничек уходит вот сюда. Так, что-то высокое можно поставить сейчас. Стульчик. Стульчик у нас уходит, а вот здесь пусть стоит стульчик, и рядом будильник. Часики, он же будильник. Не показал. Кувшин. Кувшинчик. Я уже все уже. В глазах все мерцает. Ну, как ни странно, он сюда влез. Но я бы его... Нет. Пусть стоит. Маленький человечек. Просто малюсенький. Кувшинная история продолжается. Опа. Ой, чуть золотая рыбка не убежала из меня из-под рук. Вот так пусть тут стоит. Оказывается, у нас еще есть телефон. И он может влезть вот сюда. Прекрасно влез, прекрасно. Котик. Это подсвечник явно. Ну, не влезет сюда. Кувшинчик у нас уходит вот сюда. И еще пивная кружечка тоже уходит вот сюда. Собственно, ребята, все. А у меня тут еще есть что расставить. Очень много наперсток. Ну, немного, а вот наперсточки такие. Их можно добавлять вот в какие-то тут по соседству, так сказать. Это кто у нас? Какой-то рыцарь. Тоже, я думаю, что можно его с кем-то поставить. Рыцарь пусть охраняет казино. Так, маленький подсвечничек. Так вот. Туда я поставлю кувшин очередной. Да. Интересный, конечно, вопрос. Я же говорю, что мама бы все бы расставила, еще место осталось бы у нее. Патефон. Так. Я не знаю, куда ставить, честно. Ну, вот так пусть патефон стоит. Те самые пепельницы. Две. А их можно вот так вот просто здесь поставить. О! Это что-то вот какая-то стиралка, по-моему. Помните, как раньше стирали?
А вот здесь она может сбоку прекрасно встать. Тоже маленькая машинка. Швейная, я имею в виду. Какая-то емкость. Здесь еще место есть, поэтому... Ну, это точно, ребята, уже сюда никак не влезет. Ну, что я могу сказать? Самолет. Да. Ну, это мы запихнем. Вот здесь, понимаете, прям полочки не хватает. Так бы раз еще. Надо что-то потом придумать, может, какую-то штучку. Посмотрите, кто. Тошенька, сыночек. Малыш. Все, ребят, я не знаю больше, куда ставить. Смотрите, что у меня осталось. Так, ну давайте покажу здесь. Близко. Все, мне кажется, как-то так красиво расставлено. Вот, вот здесь, конечно, прям просится что-то. Смотрите, что осталось. Полноценное такое вот это. Потому что некоторые здесь вон какие-то запчасти. Не знаю, чего это. Кувшинки. Здесь, ну, вообще никак ничего не влезет. Здесь у меня все красиво расставлено. Ну ладно, сложу, пусть лежат. Мне хочется вот это все заставлять сверху. Я бы вот и это, честно говоря, убрал бы. Ну, не знаю. Пусть пока так стоит. А это, ну что я могу сказать? Положу в пакетик, в коробочку. Может, где-нибудь на блошином когда-нибудь найду еще одну подставку. И буду тоже продолжать собирать. Я надеюсь, вы досмотрели это видео до конца, потому что, мне кажется, оно очень длинное. В общем, я очень рад. Мне очень все нравится. Когда все растаял, красиво смотрится, сами все видите, все видите. Это реально прямо коллекция наикрутейшая. Спасибо родителям, папуль тебе, мамуль тебе. Все, друзья, спасибо за просмотр, спасибо за ваши комментарии. Всех с Новым годом, всем здоровья, удачи и всего хорошего. Настроение самое главное, берегите себя. Спасибо большое. Обнял, приподнял, поцеловал, все сделал. Пока-пока. Я просто уверен, что мама была бы очень довольна. Да, мам, папа, а ты мне позвони и расскажи, все ли я сделал правильно.